Всем привет! Город спит, но сейчас не ночь. Сейчас 7:20-7:30 утра. Еду на вокзал. Встретил Диму. Дима, привет! Идем сейчас на вокзал, еще в кассу зайдем. Может, кто еще там присунулся. Так нам времени есть еще 3 минуты. Все, мы быстренько. Нас четверо, еще двое в поезде с великами. Ну, никого туда. Здесь стоял. Все, пошли, пошли паковаться. Все, никого. Идем паковать велики. Я по 0,7 ДП-шки взял, но я поленился чаем. Мы же по спорту. Не знаю, я фляжку взял и чай взял. 2,7. Ну расскажи, куда мы? Наша задача размяться в начале сезона в общем получится. Это что-то около 60. Вот. И едем в ту сторону, а не обратно, просто потому что ветер северо-западный, он нам будет четенько в спину. Ну и плюс высокая находится высоко, а брест низкий. И генерально сверху и светом в спину. То есть для того, чтобы размяться, вообще не можно. Нет, так это хорошо. Так я боюсь, ну по грязи поедет. Ну, во-первых, с таким ветром грязь, она как бы, я вода выдувается, поэтому ну, не и грязи будет меньше. Ну, трассы не избежать, это как бы, это как это, неизбежное зло. Короче, смешанное у нас было. Да. Ну, отлично. Я думаю, в среднем 50 на 50. Отлично. Ну, все. Все, наша компания с 4 человек. Хорошо на земле, да? Вот она как. Да. Что, ты разгибаться сразу не будешь? Ну что, мы на точке старта. Наш хороший, веселый путь, да? На встречу приключениям. Вы там хоть вышли, народ? Где-то солнышко пробивается. Сразу с поезда по грунтам. Я смотрю, тут за городом снежок даже кое-где. В общем, скорее всего, ждет нас снег, грязь. Даже вот травка еду. Влажная трава тут. Влага стоит. Не высохло ничего. Ну, скорее всего, такая, да, грязноватая будет у нас покатушка. Ну, надеюсь, будет интересно. Так, лужи, лужи. Чист. Вау.
Ну, грязи немного, грунт влажный, ну, так вот. Пока, говоришь, да? Тут вот снежок, лед даже, я бы сказал, аккуратно. Да. Чуть тем больше грязи. О. На ту сторону там почище. Хотя везде одинаково. Ехать будем по ветру почти всегда. Поэтому нормально. Ну, немножко будет, конечно, грязь местами посильнее. Ну, увидим. Пока все хорошо. Солнышко, это хорошо. Ждем весны. Съехали сейчас, получается, небольшая горочка была. Ветер не мешает, вообще красота. Темп у нас прогулочный 18-20 км в час. Дальше, скорее всего, будет направление меняться, где-то кусками асфальт, где-то может ветер чуть-чуть мешать. Ну, посмотрим. Hello. Так, тут опять грязюка немножко. Сразу чувствуется, колесо засасывает. Тяжелее крутить. Тут кусочек асфальта. Асфальт сухой. Велосипед сразу по-другому катится. Понедельник, среда. Все, сука. А, с 9. С 9, я сейчас... Все работает. Так, дерни ручку. Ай, контент. Открутил. Все пропало. У нас пит-стоп небольшой. Ну, смотри, тут пешеходная дорожка есть. Интересно. Да, велодорожка. А ты же не помнишь? Помнишь, что она сюда была, ну, домой. Ехать. Направо. В магаз, ну, то есть, там на выезде магаз будет. Едем в магаз. Главное, чтобы он был пошел. Хороший тут спуск. Ловим аэродинамику, да? Он яйцами бьет. На колени. Ну, неприятно, когда вот собака бегит, тебе за ногу пытается схватить, конечно. Это будет большая чудесная история. Саня, отмахивался от собаки, у меня подошва залезла ей в пасть и зацепилась пяткой за зуб. Я чуть с велика не упал. Представляешь, о прикол. Так, у нас тут грунты, надо аккуратненько. Надеемся, не перепахано будет поле.
именно в районе дороги. Вроде дорожка нормальная. Буксуешь? Я нормально. Самое приключение начинается, это хорошо. Самое, говорю, приключение сейчас, да? Что, водичка тут? О! Подожди, ему. Смотрите, вот так. Ага. Вот это минус весенних похотух, осенних. Воды много. Где желтый дом? Там, да, за кустами? Ну, я думаю, как-то проедем. Короче, веселье, хардкор. Веселье. Давай, Дима, я замыкать буду. Готовы, дети? Да. Готовы, дети мои? Да, капитан! Вы готовы, дети? Главное, чтобы бобры. Не это самое. У тебя носки не опрятные, тебе пофиг. Да, я знаю. Ох, тут. Приехали болотца. Ну, пока пошел ветер в спину. Понял? Я тогда попробую. Блин, у меня, я их начистил крем, они им хотят. А, подожди, стой, не спеши, смотри. Нормально, смотри. Нормально. О, нормально проехал. Смотри, оп. Ну все, проехал, поеду я так. Капли, молодец! Да. Я думаю, впереди еще там лужи будут, он там дает. Да, еще объезд. Дима побоится. А, у Димы 26 колеса, он боится. Да. Ногами цепанул. Ну что, Вадим, поедем в объезд. Ну давай, я за тобой. Вот он, его следы. Ну давай. Вот у меня он, видал, как креветка низкая. Ага. Все в воде будет. А, пешком дальше? Ну я не уверен, что тут проеду. Не, я тут точно не проеду. А я за компанию. Я вот проехал, да вы помешаете. Да. Чувак, какими рулями неудобно, да? Ну, если в конце вы сейчас все поломаете. Я могу боком. Хорошо, что я не на мериде. А, это я думал, что за ствол сюда не запустил. А там? Дистанцию. Прямо за мной не видно. Веска прилетит. Это самое, блядь. Так, камыши, да? Была вода, препятствия, сейчас камыши.
Ну поплыли, Вадим, поплыли. Веслами, веслами надо. Мы веселые медузы, за-за-за-за-за. Мы похожи на арбуз. Да. Мне так интересно, вода попала в ботинок, да? Но я не мокрое ощущаю, а то, что холодное. Немножко в левый. А у тебя как? У меня пока сухо. Ну и хорошо. Ну, может где-то и просачивается, ну и хер его знает. Сейчас высохнет. Нам надо брать. Какое-то животное выбирается, счастье. Это МТБ. Так, едем по траве, по кочкам. Так, тут тоже лужицы. Плывем. Что там, тупик? Я с тобой попробовал, но... Чувствую, как это? Надо назад будет. Назад дороги нет. До моста 150, да. 150, но по воде, товарищ. Я не могу, тут понимаешь, что тут вода под колесами. Так я стою в воде, так. Ох, тут водичка. Нагрузку на елик. Ноги номинально так на этом стояли, больше на елике. Так, вот я хочу перейти. Ну, кочки на кочку. Только тогда было лед, и минус там сколько. А, это самое? Мальмасы. Да. Ну, до того, как в ту сторону. Думаю, что так мокро встаю в воде? А там все равно пришлось ноги мотать. Так, непонятно куда ехать. Вадим куда-то в ловушку попал. Попал. Никто не снимает мотив. Я снимаю, снимаю тебя. Да ладно. Чудо-бедно, да, проехать можно. Я же говорю, веслами, да, активно надо. Ты в лужу, Вадим. Все, по луже пошел. Ты смотри, не упади, так к краю едешь. Так, нам на ту сторону, наверное, надо. Как-то мостик ищем. Сейчас Саня нас выведет на мостик. Вон там спереди разлило воды, конечно. Только keep your distance. Надо найти более удобную дорогу к мостику. Так, Сань, смотри, горизонт нормально? Тут выкачивай. Нет, выше. Выше? Если не наклоняться, то выше. Так. Вот так, да, так, вот так. Все, хорошо. Пошли. Иди. Вперед. Я за тобой. Это тот самый контент, да? Да. И чем длиннее руль, тем хуже. Ну вот у меня 780 по ширине, тут тяжеловато с ним, конечно. С таким широким рулем. Не туда пошли. Нет, я просто смотрю, мне кажется, она закручивается, нет? Все нормально, нет, не сти. В плане, что мы уперлись все равно в речку. Не туда пошли. На индексе с речкой. Поехали, поехали. У меня такое предчувствие. Ну, с другой стороны, не плавать в феврале, а не жить. Пока не плавали. Нет.
распутывает лян много. Я уже в колесе тоже там. Палка, подожди, спицы. Лишние свои килограммы. Да. Трава что-то идет? Да, ну грешка. А вдруг будем греть? Я дорогу шел сюда, проламывался, я примерно знаю, что это. Главное, чтобы это вещи не... Мне такое ощущение, что ты нас опять в лужи ведешь, Сая. Поле в луже, в воду. Ну я ничего плохого сказать не могу, у тебя халва в этом самом лежит. Придется молчать, соглашаться. О, да, поэтому я не хочу сказать, не тебя себя надеюсь. Как проволока, да? Вообще капец. Я думал, сначала шнурок какой. Можем жирности настрелять, видишь, тут бобок. Подожди, я педали зацепился. Ага. Шипом, спасибо. А вон мостик видно. Где-то они постарались наплавать. Вот нам туда, вон там мост. Куда ты еще явно? Что у тебя там случилось? Ты уже в Одессе стоишь, Дима. Тут выбор, ехать по воде или через кусты пробираться. Нормально? Поеду за Димой, значит. Говорит, нормально. А дальше? Вода? Назад, говорит, вода. Значит, идем через кусты. Ой. Саня, мы к тебе. Там вода. Но. Вижу, вижу. Желтый пакет. Ох-ох-ох. Так, за что ты зацепился? Да. Такой вот тут вода. Ну я вон вижу, тут он и проход есть такой узенький. Если наклониться, то. Все, мостик, ура. Ты главное камеру не выключай, пока мы тут бродим. Это самый экшен. Да. Нарезать будет что? Нет. Сегодня выезжаем, ехать на сапай. Ребята, видимо, ветки переключают. Не будет сюда. Ну, видишь, мы ехали вот сюда, направо. Сейчас зацепился. Назад, назад, назад. Не, рвать не надо в таких случаях. Можно. Ура! Фото, как ты делаешь групповое фото. Так, еще один участок с водой у нас впереди, и все, там уже нормально будет.
Ура! Выехали! Основная дорога, которая к мосту идет. Ну что, мы водные преграды преодолели. Да, водная процедура. Многие, почти у всех, наверное, сухие, да? Ну, отлично, значит. Казалось, будет хуже. Так мы нормально все обошли. Местами там, конечно, постояли в воде. Ну, нормально. Сейчас уже все по лайфу будет. Грунты, асфальт. Дорога назад домой. Пока проехали немного, 26 километров. Такая у нас легенькая прогулочка. Воды, конечно, много на полях. Снег оттаял. Растаял. Воды в полях стекло тут. И справа, и слева все в воде. Горочка. Летом, когда тут ехали, в песке она вся была. Конечно, тяжело было на нее подняться. Сейчас-то нормально. Грунт влажный, утрамбованный более-менее. Ветер в спину, 35 км в час, 36, хочу отъехать, поснимать, 37, ну выше не буду разгоняться. Классно. Остановились покушать. Почти уже приехали. Надо бутерброды доедать с рюкзака. Не домой же их везти. О! Это было покушение. Да. Эпик фейл был. Зато видишь, как втулка крутится хорошая. Ну все будет офигенно. Сейчас кушать. Приятного аппетита. Так, нож в правую руку, в левую. Да, я знаю, только мне. Я боюсь салатик. Ну ладно. Стрёмный салатик. Приятно, Федь. Спасибо. Тоже будет. Потому что там рядом, ну, большие плиты, дальше стены, как стена все равно, да. А сразу за ними были духовки. Я на духовках побольше, на больших плитах. Может, там еще дальше будет? Да, да. Изначально были только эти каркасные. Потом. Снова в пути, снова крутим. Шашлык. Да. Едем, подъезжаем уже к городу. Так, 41 километр мы проехали. Еще живой. Счастливый Вадим. Счастливый я. Ну, вот так вот четвером мы катнули. Проехали мы 50 с копейками с этими товарищами. Саня уже ушел домой. В общем, классно, понравилось все. Велосипеды вот такие. Я бы сказал, чистенькие. В общем, класс, без дождя. Все райдеры довольны. Такая у нас весенняя вкатка. Не весенняя, конец зимы. Готовимся к весне. Сезону. Ну что, всем спасибо за просмотр. Все, я дома. 59. Хорошо так прокатились. Всем пока.